Всем привет! И вот у нас такая интересная погода. Снег, мороз, оттепель сильная. Опять снег, мороз, оттепель. Вчера была оттепель, сегодня вот снег. Свет выключили у нас на больше на полдня. А сейчас я хочу поздравить победителей на самую лучшую тему для стрима. Было голосование у меня в телеграм-группе. Там у нас 4 призовых места, а победителей получилось 5, потому что на последнее место одинаковое количество голосов. Ну, это голосование выявило, в принципе, такие вещи, что, которые мне, в принципе, были известны. У меня большинство моих клиентов все-таки клубничники. Ну и, соответственно, темы в основном клубничные. Выбрали самые популярные. Неудивительно. Да, там будут и по кормлению, и по применению СЗР на клубнике КСД, НСД. Поэтому, конечно же, сделаем стримы по этим темам, подготовимся, сделаем план и обязательно все эти темы обсудим. А сейчас хочу объявить еще один интересный проект. Это совместная закупка. На данный момент известна закупка, что будет закупка калифорнийских сортов. Клубники очень интересных, как НСД, так и КСД. Также в этой группе, как пойдет, будут, возможно, закупки от других производителей, от других поставщиков, в том числе российских, не только клубники. То есть есть мысли о малине, смородине, ежевике, других кустарниковых культур ягодных. Также, конечно, хотел сделать закупочку семян, ну, картофеля из Европы. Есть интересные сорта, которые я бы советовал приобрести. Поэтому обязательно сделаем несколько рубрик, сделаем закупочку. Сейчас я под этим видео оставлю ссылку на телеграм-канал «Закупка». Она будет называться «Дворенков фарм закупка». Так что переходите, будем набирать. Там будет, соответственно, табличка, которой будем, у каждого будет свой столбец, и будем указывать количество набранных позиций, оплачивать. Ну, там вся информация в этой группе будет. Заходите. А у нас пока что вот так. Вчера снега не было. Утром выходим, все опять замело. Так что ждем. Скоро весна. Новый год прошел. Можно сказать, что надо активно готовиться к весне. Переходите по ссылке. Всех жду.